Основанном на гражданских свободах и верховенстве закона. И страна взяла курс на построение свободного демократического государства. Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, Сергей Евгеньевич Нарышкин! Примите самые искренние поздравления с государственным праздником, Днем России. 12 июня не только точка отсчета, от которой ведется новейшая история страны. Это праздник всех, кто по-настоящему любит свою родину, кто интересуется ее прошлым, заботится о ее настоящем и думает о будущем. Эта дата объединяет людей, а единство сограждан – главный залог суверенитета России. С Днем России! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Уважаемые коллеги, присутствующие депутаты, позвольте мне от своего имени, от имени депутатов города Бендесеба и Бендесебского района поздравить вас с этим замечательным днем. Действительно, Россия – это огромная страна. Раскинув свои просторы от Черного до Баренцева моря, она живет и властвует на этой территории и никогда никого сюда не пустит. Нужно понимать, что то, что сегодня происходит, это как раз следствие того, что Россия никогда не была страной агрессора. Она всегда была страной миротворца. И нужно отдать дань всем нашим пендесецам. Мы делаем все то доброе, хорошее, что дает процветать нашей Ленинградской области. Дорогие друзья, позвольте мне еще раз поздравить вас с замечательным, прекрасным праздником. С Днем России! На нашем празднике жителям города Кингисеппа, достигшим возраста 14 лет. Паспорт вручается. Дорогие друзья, уважаемые кингисеппцы, уважаемые юные граждане города Кингисеппа и Кингисеппского района, позвольте мне, в первую очередь, конечно, поздравить родителей, которые воспитали таких прекрасных, замечательных ребят, юношей, девушек, которые сегодня учатся в школе, но пройдет совсем немного времени, и я думаю, что они придут в экономику Кингисеппского района, так как наш Кингисепп успешно развивается и внесут огромный вклад в развитие нашего города Кингисеппа и Кингисеппского района. В День России получили главный, самый важный документ в вашей жизни. С этим я вас и поздравляю. И позвольте мне вот этих наших кингисеппских молодоженов поздравить с таким очень ответственным, очень серьезным шагом в своей жизни. Ну и, наверное, конечно, нужно понимать, что самое главное и самое важное в жизни –
Это любовь. Любовь, ведь ты живешь во мне. У этой правды нет ухода. В твоих глазах я окупаюсь. В твоих глазах я трепещу. Другой любви не понимаю. Твоей насладиться не могу. Я хочу вам пожелать мира, счастья, успехов, успехов в будущих достижениях. Всего самого-самого наилучшего, что вы можете пожелать для себя, для своих близких и для нашей страны. Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного.
много